И у нас в гостях Ренат Литвинова. Привет. Добрый вечер, Трэш. Забор покрасьте. Фраза из сталинских времен. Ну, как вам живется вот с такой вот внешностью? Тяжеловато. Сука, любовь. Мне, знаете, с моей тоже неплохо. Ну, плохо. Что? Ну, ты же просто дряхлеешь. Это неправда. Масса доказательств. Что же мне делать? Маски? Это так омолаживает. Раз уж мы такие подруги, может быть, расскажешь хоть одну сплетню? И я уже припала к этому великому кинематографу. Кинематографу уберу. Я тебя разрежу на куски, выброшу твое тело. Эти журналисты, конечно, собаки.